фильтра воздушные. 30-е. Вот дешевый фильтр. Так вот он стоял. Когда начал его менять, двигатель вот нагревается. И плавится вот эта ихняя хрень. Для чего она сделана так? Чтобы гармошка что ли не играла. То есть видите, да, вот это место. И вот оно где потекло. Вот это вот по центру получается. И вот он. Этот пластик. Соединяющий, видимо, чтобы он как гармошка не играл. Ну вот типа оригинального фильтра. Он уже соответственно без вот этой вот укрепляющей полоски. Для чего она нужна? Не понимаю. Ну то есть при покупке будьте внимательны. Понятно, что машина запущенная, хозяин не менял. Но если постоянно их ставить, как бы может быть. Нет. Дроссель он не зальет. Но тем не менее, вот такой вот неприятный случай будете иметь. С этими дешевыми фильтрами. Не видно, кто это. Фильтр был это. Накаяма. Вот такая Накаяма. Яма.